Как вы, наверное, помните, в прошлый раз, в мой прошлый приезд, я с вами обсуждал игры Панчататвы. I think the sound system needs to be hospitalized immediately. Я думаю, что эту эту аудиосистему нужно сразу в больницу отвезти. Госпитализировать. You must call some good doctor to fix it up. Нужно хорошего доктора, чтобы вылечил эту систему. So, starting today, I'm going to discuss Krishna Lila. И начиная с сегодняшнего дня мы будем обсуждать Кришна Лилу. I'm sure you've read most of this in the Krishna book. Я уверен, что все, вы читали большую часть этого в книге «Источник вечного наслаждения». But we'll be discussing it from a slightly different angle. Но мы будем обсуждать это немного с другой точки зрения. Based on Thakur Bhakti Vinod and Vishwanath Chakravarti Thakur's analysis of Krishna Lila. Мы будем, то есть это описание будет основано на описании, на анализе Бхактивинода Тхакура и Вишванатха Чакравати, которые они сделали о Кришна Лиле. This sound system is more primitive than in India. Это еще более примитивная звуковая система, чем в Индии. Even the Indian temples have better sound system than this. Даже в индийских храмах лучшая система, чем в этом. We need a rope to. Why can't you buy a good sound system? Почему вы не можете купить хорошую звуковую систему? I'm just waiting for the sound system to be set right. Я просто жду, когда она будет в системе. На самом деле смеяться нечего, надо хорошую просто купить звуковую систему. 10 минут уже пытаются ее выловить. Thank you.
Может быть, на улице там русская зима, но внутри здесь индийское лето. Внутри индийское лето. Вандехам Шри Гуру Шри Рупа Камлам Шри Гуру Вайшнаванаштха Шри Рупам Сагадатам Сахагана Рагунатам Тантам Саривам Садветам Савадхутам Прайджана Тайтам Кришна Чайтанья Ривам Шри Радха Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишакхантам Хе Кришна Каруна Синдху Дина Банду Джагатпате Гопеса Гопика Канта Рада Канта Намусте Тапта Канчана Гауранги Брахмадхе Вриндавнешвари Ишабану Сукха Деви Пранамами Харике Аджай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасити Гаур Бхакта Вриндава Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе. Перед тем, как я начну, я хочу узнать, когда мне нужно остановиться, в какое время. Я слышал, что зимой очень тяжело сесть, ну, то есть с автобусами плохо зимой, да? Моя комната всего полминуты ходьбы отсюда. Но я знаю, что ваши дома не в полминуте ходьбы отсюда. Моя комната вот благодаря Лакшми При и другим преданным всего два шага отсюда. So what time should I stop so all of you can get a bus? И во сколько я могу закончить лекцию, чтобы все вы могли на автобус успеть? What time should I stop? Because tomorrow morning I'm going to start the program at 7 o'clock. Завтра утром мы начнем лекцию в 7 часов. Во сколько нужно сегодня закончить лекцию? То есть мы начнем с приветствия Божеств, Гуру Пуджи Шрилы Прабхупады. Во сколько остановиться сегодня? 8:15 закончим лекцию. Krishna, 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 So Chaitanya Mahaprabhu was very fond of this. Chaitanya Mahaprabhu used to sing this all the time. Chaitanya Mahaprabhu обычно постоянно воспевал эту мантру. We have come to Krishna consciousness to get Krishna eyes. Мы пришли в это движение сознания Кришны для того, чтобы кришнаизироваться. Presently we are Maya eyes. Сейчас мы майязированы. И вот из вот этого состояния мы должны стать Кришной, мы должны кришнаизироваться. In other words, we have to get attached to Krishna, his name and pastimes. То есть, другими словами, мы должны привязаться к Кришне, к его имени, к его играм.
These young children, they don't have to go to sleep now. А вот маленькие дети, им не нужно сейчас спать ложиться уже? Спать не хотите? No. So, Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam Ajam Vandriyam Ajam Vandriyam Dasyam Sakhyam Atmanivedam. These are described as the ninefold process of devotional service. Вот это процесс, вот это 9 процессов преданного служения. И этот преданное служение начинается со Шраваном и Киртаном. Чем больше мы слушаем о Кришне, тем больше мы привязываемся к Кришне. Чем больше мы читаем о Кришне, тем больше мы привязываемся к Кришне. И так или иначе мы должны привязаться к Кришне. Как мы можем проверить, насколько мы духовно продвинуты? Не потому, сколько чапати вы можете съесть. Или потому, сколько вы можете съесть расагулов. Или насколько высоко вы прыгаете в киртане. Or how much you weep while doing kirtan. Или сколько вы плачете во время киртана. But by seeing how attached you are to hearing about Krishna. Понять, насколько вы духовно продвинуты, можно увидев, насколько вы привязаны к слушанию о Кришне. Just like it is said that anybody knowingly or unknowingly chants the name of Krishna, he benefits. Similarly, anybody who hears about Krishna, reads the Krishna book from many angles, he stands to benefit. То есть, как говорится, что любой, кто сознательно или несознательно воспевает имя Кришны, он получает благо. Точно так же и любой, кто слушает о Кришне, кто читает книгу «Источник вечного наслаждения», со многих точек зрения он получает благо. Yesterday, when I was coming from Delhi to Frankfurt on the plane, the person on the plane said, I had come to your Bombay temple to take the yoga retreat program. Вчера, когда я летел на самолете из Дели во Франкфурт, там был один человек, который сказал, я приходил в ваш бомбейский храм на программу йога ретрит. Йога ретрит. Ретрит. They come for a weekend to have yoga classes. То есть я приходил в выходные дни на ваши лекции по йоге в храм. And he went in the back and came out and said, see? This is a Krishna book. I carry it with me in the plane to read it in the plane when I get time. И он вернулся потом к своим вещам, принес и пришел и принес с собой источник вечного наслаждения. Сказал, вот источник вечного наслаждения. Я взял с собой в полет, чтобы читать, когда время будет. I was very pleased to see the Krishna book on the same plane that I was traveling. И я был очень счастлив увидеть вот эту книгу «Источник вечного наслаждения» в этом самолете, где я летел. То есть так или иначе мы должны привязаться к Кришне. А чем больше мы слушаем о Кришне, тем быстрее будет разрушение наших анартх, и тем глубже в нас будет проникать это духовное знание. Four categories of anartha. В утренней лекции я описал 4 категории анартх. You remember them? Помните об этих категориях? One was anarthas from past sinful activity. Первое это анартхи, которые происходят из-за прошлой греховной деятельности. And there were five subheadings under that. И там было 5 различных видов в этой категории. Then there was anarthas from past pious activity. Затем были анартхи, которые происходят из-за прошлой благочестивой деятельности. Then there was subtle anarthas developing by the execution of devotional service. Затем были тонкие анархи, которые происходят из-за выполнения преданного служения. These anarthas that you can't see, but you can feel. Like desire for name, fame, prestige, position. Эти анартхи, их нельзя так ясно увидеть, но их можно ощущать, это желание к славе, престижу, выделенности. Then what anarthas in chanting the holy name, 10 offenses that we chant every day in our temple. Затем есть 4 категория анартх, это анартхи в воспевании святого имени, 10 оскорблений
преуспевание святого имени. Мы это повторяем каждый день в нашем храме. Thakur Bhakti Vinod, in his commentary on Sri Chaitanya Charitamrita, has presented a very nice analysis. И Thakur Bhakti Vinod в своем комментарии на Чайтанья Шикшамриту представил очень хороший анализ. Thakur Bhakti Vinod has said that the killing of Krishna, killing of demons in Krishna's Vrindavan Leela, each of these demons represent a different type of material desire. И Бхактивинод Хакур объяснил, что вот убийство демонов, которые совершал Кришна во Вриндаван Лиле, каждый символизирует разрушение определенной анархии. All of you free from material desires? Все ли вы свободны от материальных желаний? Нет. So we have unlimited type of material desires. У нас есть бесчисленные материальные желания. How many demons did Krishna kill in Vrindavan? И скольких демонов убил Кришна во Вриндаване? Has anyone ever counted? Кто-то когда-нибудь считал, нет? Actually, there are 21 principal fights that Krishna had in Vrindavan. И вот есть 21 главное сражение, которое Кришна проводил во Вриндаване. 19 were with demons. 19 было с демонами. And two were his special leelas that he exhibited to his devotees who became puffed up. И два сражения это особая лила, которую Кришна провел со своими преданными, которые возгордились. One was when he lifted which hill? Первое было это когда он поднял холм. Какой холм? Govardhan hill. So he taught Indra a lesson. В этом случае он проучил Индру. So Indra was not a demon, but he came to his senses like Krishna's lifting of Govardhan Hill. И Индра не был демоном, но он, одумался, когда Кришна поднял холм Говардхану. Then there was another leela, that is when Lord Brahma had kidnapped all the cows, calves, and the cowherd boys. И еще также была другая лила, когда Господь Брахма украл всех телят, коров и пастушков. Кришна. And how Krishna expanded himself to these individuals, and Brahma was defeated in his attempt. И потом Кришна сам распространился во всех этих личностях, и Брахма таким образом потерпел неудачу в своей попытке. But besides these two, the other 19 encounters that Krishna had would be demons. Но кроме этих двух случаев, остальные 19 лил были с демонами. So each of these demons represents a different material desire of ours. И вот каждый из этих демонов представляет собой какое-то из наших материальных желаний. Of course, I won't have the time to discuss all the 19 in 2 days in your city. Конечно же, у меня не будет времени, чтобы обсудить все 19 лил за 2 дня в вашем городе. But I'll discuss some today, some tomorrow. Но некоторые из них мы обсудим сегодня, а некоторые завтра. Rupa Goswami has explained how we can eliminate these anarthas. И Рупа Госвами объяснил, как мы можем разрушить эти анархи. He gives the ninefold process of bhakti. Он описывает вот этот процесс бхакти, который состоит из 9 частей. I've discussed it before in your center here. До этого мы уже обсуждали это в вашем центре. First is there must be sadhu sangha. Первое это то, что должен быть. Должна быть Шрадха. Second, there must be sadhu sangha. Затем должна быть садху санга. Then there must be bhajana kriya. Затем должна быть bhajana kriya. Execution of devotional service. Выполнение преданного служения. Then there is the development of anartha nivritti, or the gradual diminishing of Затем происходит анартха неврити или постепенное уничтожение материальных желаний. Then there is the development of nishtha. Затем происходит развитие ништхи. What is nishtha? Что такое ништха? You become steady in devotional service. Это когда мы становимся устойчивыми в своем преданном служении. Just like when you're a new devotee. Every day you're wondering whether you should stay in the temple or go home. Когда вы являетесь молодым преданным, вы каждый день размышляете над тем, оставаться ли в храме или вернуться домой. But then when you execute bhajana kriya, you realize this is my home.
Но затем, когда вы выполняете процесс баджана крии, вы начинаете осознавать, что это мой дом. И ништха означает утвердиться в преданном служении. И по мере выполнения баджана крии эта ништха постепенно развивается в ручи. Ручи means you have become steady and now you are developing a deep taste for Krishna consciousness. Ручи означает то, что вы утвердились в преданном служении и развили глубокий вкус к преданному служению. And you still keeping executing bhajana kriya, then the ruchi develops into asa-sakti. И по мере того, как вы продолжаете выполнять баджана крию, то это ручи развивается в асакти. That is attachment to Krishna. То есть привязанность к Кришне. And if you still keeping keep executing bhajana kriya, then this further develops into what is known as bhava. И если вы продолжаете этот процесс баджана крии, то эта асакти развивается в бхаву. Bhava means ecstasy. Бхава означает экстаз. And when you reach the stage of bhava, most of your anarthas are almost eliminated, but not fully. И когда вы достигаете стадии бхавы, то практически все ваши анархи уничтожены, но не до конца. I think most of you have already reached the stage of bhava, no? Я думаю, что большинство из вас уже достигли стадии бхавы, да? Is anybody here who thinks he reached the stage of bhava? Есть ли здесь кто-то, кто думает, что он достиг уже стадии бхавы? And then, after bhava, what comes next? И затем, что идет дальше после бхавы? Prema. In that stage, there is no material contamination. И на этой стадии премы уже нету никакой материальной скверны. So as we hearing is the key to spiritual advancement. И слушание — это ключ к духовному продвижению. And execute devotional service. And execute devotional service. И для того, чтобы выполнять преданное служение, you'll be able to eliminate the anartha. А и выполняя преданное служение, вы сможете освободиться от этих анартх. Now, which was the first demon that Krishna killed? И кто был первым демоном, которого убил Кришна? Во Вриндаване. So the first demon that Krishna killed was Putana. И первая демоница, которую убил Кришна, была Путана. So what does this demon Putana represent? И что собой представляет это, что собой олицетворяет эта демоница Путана? Some woman. Was evil, was expert in black magic. Что какую-то женщину, которая была очень злой и очень опытной в черной магии. Путана represents the pseudo guru. А Путана представляет собой псевдо гуру. The pseudo guru takes on two different forms. И псевдо гуру принимает две разные формы. One is he presents a deceitful philosophy. Первое — это то, что он представляет какую-то ложную философию. He preaches a philosophy of sense gratification. Он проповедует философию удовлетворения чувств. Or liberation. Или освобождение. And he preaches that by sense gratification you can get liberation. И он, наслаждаясь своим чувством, можно достичь освобождения. Then the another aspect of the pseudo guru is the guru presents some speculative philosophy. И второй аспект вот этого псевдо гуру — это гуру, который представляет какую-то выдуманную философию. Philosophy that is mind that is developed by the speculative mind. Это философия, которая развивается в уме. We all have a tendency to speculate. У нас у всех есть склонность спекулировать, измышлять что-то. So when Krishna performed his Vrindavan Leela, actually through this Vrindavan Leela, Krishna is killing our material desire. И когда Кришна выполняет, совершает Вриндаван Лилу, то в действительности он с помощью этой Вриндавана Лилы убивает все наши материальные желания. Погромче сделайте микрофон вот этот, а? So, as we said,
И как мы сказали, убийство Кришны вот этих различных демонов представляет собой уничтожение различных анартх. И кто была Путана? В Према Вайварта Пуране объясняется следующее. Объясняется, что в своей предыдущей жизни Путана была Ратнамалой, сестрой Бали Махараджа. So Kamsa was very fearful of Krishna. И Камса, он очень боялся Кришны. And Kamsa knew that he would be killed by this. И Камса знал, что он будет убит Кришной. Поэтому он очень стремился, чтобы Кришну убили как можно скорее. И Путана была очень опытна в колдовстве и в черной магии. Она убила много-много детей. Of course, Putana also knew in her heart that this child who is lying down in the bed is not an ordinary child. This child has a capacity to destroy the whole world. Но, конечно, Путана знала, что этот ребенок Кришна, который лежит в кровати, он в действительности обладает силой такой, что он может разрушить целый мир. So, Putana was sent with a mission. That is, some of the other to poison Krishna. И Путана была послана с миссией так или иначе отравить Кришну. Putana dressed herself up in a very beautiful sari. Путана оделась в очень прекрасное сари. She had a thin waist. У нее была очень тонкая талия. Very attractive lady. Она была очень привлекательной женщиной. So, when she came in the assembly, nobody at Krishna's parents, Nand Maharaj, Yashoda mother, they did not at all suspect Putana's intention. И когда она пришла в дом Кришны, то родители Кришны, Нанда Махараджа, мать Ишода и все остальные, они даже не могли подозревать о тех намерениях, с которыми пришла Путана туда. Как я уже сказал, Путана, она до этого убила очень большое количество детей. И она была большим экспертом в убийстве детей. Now, baby Krishna knew why Putana has come over there. И ребенок Кришна, он знал, почему Путана пришла туда. Now, as you know, when Putana came near baby Krishna, Krishna closed his eyes. И как вы знаете, когда Путана подошла к Кришне, к ребенку Кришне, Кришна, он закрыл свои глаза. What does Krishna say in the Bhagavad Gita? Что говорит Кришна в Бхагавадгите? Каковы причины, по которым он приходит? Айпаная садунам, винечча дускатам, дхарма сарсапанартхая, самбавами йоги йоги. How Krishna protects his devotee and annihilates the misery. Кришна говорит, что он приходит, чтобы защитить своих преданных и уничтожить негодяев. And Krishna is God. God from the very time he appeared on the planet. И Кришна — это Бог, Он является Богом всегда, даже с того момента, как Он является на этой планете. И Бог — это Тот, Кому принадлежат какое количество достояний в безграничной степени. В действительности это безграничное количество достояний. Но великие мудрецы, они подвели итог всем этим достояниям и выделили 6 таких основных категорий, Ashuratya, Samagratya, Virya, Shaya, Sushashya, Jnana, Viragya, Vachaiva, Sanna, Bhaga, Itangina.
One of them is Aishwarya Uttama Gratia. He is the wealthiest of all. Первый из них — это то, что он является самым богатым. He is the strongest. А второй — это то, что он самый сильный. The most beautiful. Самый прекрасный. The most famous. Самый известный. The most knowledgeable. Самый знающий. The most renowned. И самый отреченный. So Krishna displayed his qualities of God or strength. Even when he was a young child, even before he had become 1 year old. И Кришна проявлял свои качества Бога, то есть свою силу, даже до того момента, пока ему исполнился 1 год. Он еще был совсем маленьким ребенком. Do you know that the demon Putana was killed by Krishna even before he became 1 year old? То есть вы знаете о том, что Кришна убил Путану даже до того, как ему исполнился 1 год? Did you know that? Знали вы об этом? You didn't think of it from that angle. Вы, наверное, об этом даже не думали с такой точки зрения. Putana was killed even before he became 1 year. Он убил Путану даже до того, как ему исполнился 1 год. То есть, видите, сила Кришны проявляла с самого начала, с самого его появления. He did not have to go through some special training. Ему не нужно было проходить какого-то обучения, чтобы стать Богом. So, Krishna was lying on the bed. Putana came, carried him. Putana's goal was to kill him. И Кришна лежал в кровати, Путана подошла туда, взяла его на руки. Ее цель была убить его. Krishna closed his eyes. И Кришна, он закрыл свои глаза. Before sucking Putana's life. Перед тем, как он высосал кровь Путаны, жизнь Путаны. Have given different reasons why Krishna closed his eyes. И различные ачарьи, они дают различные версии того, почему Кришна закрыл свои глаза. The Vedas explain that there are 7 types of mothers. Веды объясняют, что существует 7 видов матерей. First is the real mother. Первая — это настоящая мать. Everybody has a real mother. У каждого есть настоящая мать. Whether your mother is a devotee or non-devotee, doesn't matter. Является ли ваша мать преданной или непреданной, неважно. Second type of mother is the wife of the guru or teacher. А второй тип матери — это жена гуру или учителя. Then the third type of mother is the wife of the king. Третий тип матери — это жена царя. You may ask, we don't have a king, but we have Yeltsin. So Yeltsin's wife or mother? И вы можете спросить: у нас нет царя, есть Ельцин. Что, жена Ельцина — это наша мать? Well, anyway, the wife of the king is supposed to be one of the mother. Ну так или иначе, жена царя считается одной из матерей также. The real king and his wife, they care for the welfare of everyone. А истинный царь и его жена, они жили для блага каждого. Under their jurisdiction. Они жили для блага всех, кто находится под их попечительством. I don't think Yeltsin or his wife cared that much for us. Но я не думаю, что Ельцин и его жена так сильно уж заботятся обо всех нас. The fourth type of mother is the wife of the Brahmana. А пятый тип матери — это жена Брахмана, четвертый. That's the genuine Brahmana. То есть истинного Брахмана. Not the Brahmana who puts on a Brahmin dress and then makes a mockery. Это, ну, конечно, не такой брахман, который надевает на себя брахманский шнур и затем думает о том, как бизнесом заниматься. И я вам уже говорил, что Бхактисиддханта Сарасвати, он был первым великим ачарьем, который очень сильно критиковал вот этих кастовых брахманов, которые были в то время в Индии. One of these caste brahmins came in a procession in Navadvip to throw stones at Bhaktisiddhanta Saraswati. Однажды эти все кастовые брахманы собрались на Навадвипе, они пришли целой толпой и они хотели забросать камнями Бхактисиддханту Сарасвати. Bhaktisiddhanta Saraswati was giving a lecture
and a big demonstration of Karagrams gave, and they started throwing stones. И Бхактисиддханта Сарасвати давал лекцию, и пришла большая толпа этих кастовых брахманов, и они начали бросать камни в него. Но они думали таким образом, что они бросают камни в Бхактисиддханту Сарасвати, но один из его учеников в действительности оделся в его одежду. Сам Бхактисиддханта Сарасвати, он остался в здании, в комнате, а его ученик в его одежде давал лекцию, и поэтому он получил все побои на себя, принял. И сейчас в Индии есть кастовые брахманы, которые заявляют, что они брахманы, но их все привычки и вся их деятельность демонична. И четвертый тип матери — это жена истинного брахмана. Пятый тип матери — это корова. That's why the cow is called our mother. Поэтому корову называют матерью. The cow gives you milk. Потому что корова дает молоко. Like the mother's breast gives you milk. Как вот мать тоже дает молоко из своей груди. So a civilization that takes delight in killing cows is actually a very simple demonic civilization. И та цивилизация, которая основывает свою жизнь на убийстве коров, в действительности очень греховная и демоничная цивилизация. And the sixth type of mother is... И шестой тип матери — это кормилица, которая вскармливает вас. И седьмой тип матери — это мать-земля. То есть существует семь типов матерей. У нас у всех есть семь матерей. So, Putana, when she came, to lift the baby, Krishna closed his eyes. И так, когда Путана подошла, чтобы взять Кришну на руки, Кришна закрыл свои глаза. Why did Krishna close his eyes? Почему Кришна закрыл свои глаза? Different acharyas have given us the following understanding. Различные ачарьи дают следующее описание. One reason is that Putana has become a demoniac. And therefore, Krishna did not want to see her face. Одна причина в том, что Путана стала очень демоничной, поэтому Кришна не хотел видеть ее лица. Because Putana had killed so many children. Потому что Путана убила столько разных детей. So when Krishna saw her coming towards him, he closed his eyes because this lady had killed so many children. И когда Путана подошла к Кришне, Кришна закрыл свои глаза, потому что эта женщина убила столько детей. Another reason why Krishna closed his eyes is that Krishna did not want to scare Putana away. И вторая причина, по которой Кришна закрыл свои глаза, это в том, что он не хотел напугать ее, испугать. Krishna wanted Putana to go ahead and try to poison him because Putana had spread very dangerous poison on her breast, and her goal was to have Krishna, baby Krishna, suck her nipples, and through that process gave swallow poison in Thai. И, то есть Путана, она хотела отравить Кришну, и для этого она намазала свои соски своей грудей очень ядовитым ядом, чтобы Кришна, когда он сосал ее грудь, он также выпил этот яд и отравился таким образом. Another reason what some acharyas have given, like Krishna called his eyes, was that Putana was after all a woman. Другая причина, по которой, как говорят ачарьи, закрыл глаза Кришны, заключалась в том, что Путана в конце концов была женщиной. So Krishna was going to kill a woman as a young child, so therefore he closed his eyes. И Кришна собирался убить эту женщину, поэтому он закрыл свои глаза. So when Putana came, Krishna closed his eyes. То есть когда Путана подошла, то Кришна закрыл свои глаза. Krishna had killed so many children, so she thought
This is just another child. I will have no difficulty in killing this child. И Путана убила уже очень много детей, поэтому она думала, что это еще один ребенок, и никаких проблем не будет убить его. When you mistake a snake for a rope, and you touch a snake thinking it's rope, then what will happen? И когда вы по ошибке принимаете змею за веревку и берете ее в руки, то что происходит? There's a snake, black snake. You think, oh, it's only a thick rope. Там такая ядовитая черная змея, но вы думаете, что это просто веревка какая-то. So you touch the snake. И вы хватаете эту змею. And then what happens? И что тогда случается? The snake gets very, very angry. Змея очень гневается. And then what does the snake do? И затем что делает змея? Bites you. Кусает вас. So when you mistake a snake for a rope, you're in trouble. И когда вы по ошибке принимаете змею за веревку, то вы попадаете в неприятное положение. И подобным образом Путана, она недооценила Кришну. Putana was like a soul dressed in a nice cave. И Путана была подобна мечу, который спрятан в прекрасные ножны. You may have a soul, but it is kept inside a very nice cave. Вот может быть очень острый меч, который вы держите в таких хороших ножнах, красивых. Your soul in a very nice case looks beautiful, but when it is open, it becomes fearful. И этот меч в прекрасных ножнах, он кажется красивым, но когда его достают из ножен, то он уже наводит страх. So Putana lifted that baby Krishna with the goal of poisoning him. И Путана, она взяла на руки ребенка Кришну для того, чтобы отравить его. And Krishna sucked her breast, and Krishna, by sucking her breast, Krishna drank milk and the poison and killed her. И Кришна стал сосать ее грудь, и когда он сосал ее грудь, то он выпил молоко из ее груди, яд, и убил ее. And then her finally, but she revealed her body as a demon and was fed in the 12 miles. И затем, когда он убил ее, она открыла свою истинную форму демоницы, и ее тело раскинулось на 12 миль. So this killing of the Putana demon, according to Thakur Bhaktivinoda, represents the killing of the pseudo guru. И вот это убийство демоницы Путаны в соответствии с Бхактивинодом Хакуром символизирует собой убийство псевдо-гуру. In other words, one who comes to Krishna consciousness, he recognizes who is a pseudo-guru, who is a real guru. И другими словами, тот, кто приходит в сознание Кришны, начинает осознавать, кто является истинным гуру, а кто является псевдо-гуру. There may be so many tones in our character. В нашем характере может быть столько различных недостатков. В нем могут проявляться столько много разных анартх. И постепенно мы будем рассказывать вам о всех различных анартхах, которые перечислил Бхактивинод Хакур. Но хорошая новость заключается в том, что все эти анартхи можно разрушить, когда мы приходим к сознанию Кришны. И сознание Кришны способно уничтожить все эти анартхи. А в отсутствии сознания Кришны мы можем попасть под влияние псевдо-гуру. This guru is real. Но когда вы приходите к сознанию Кришны, вы знаете, вот этот гуру, он ложен, а это истинный гуру. We see in India, so many people come to India and they go to one guru who had claimed his very special magic. В Индии есть столько много разных людей приезжают туда и отправляются к одному гуру, который заявляет, что он обладает особой магией. Long hair he has, very curly hair. У него очень длинные такие кучерявые волосы. I won't mention his name. Я не буду его имени упоминать здесь. So some say he's Krishna. И некоторые говорят, что он Кришна. So people go to him saying, oh,
И люди приходят к нему и говорят: «О, он почти уже Кришна». Но кто-то из вас думает, что он Кришна? И когда вы приходите к сознанию Кришны, вы начинаете понимать, кто есть истинный гуру, кто ложный гуру. Then another demon that Krishna killed, Abhikil Putana was Sakata Sura. И следующий демон, которого убил Кришна после того, как он убил Путану, это был Саката Сура. Bhaktivinoda Thakur explained that this Sakata Sura represents bad habits from previous life. И Бхактивинод Хакур говорит, что Шакатасура олицетворяет собой дурные привычки с прошлой жизни и из этой жизни. И сегодня утром я объяснял, что из-за нашего прошлого, из-за нашей прошлой обусловленности и из-за обусловленности в этой жизни у нас есть так много дурных привычек. И также этот демон Шакатасура олицетворяет собой лень. Такую летаргию. Ложную гордость. И в следующий раз, когда вы увидите, что какой-то преданный ленивый или ложно гордится, или очень тупой, вы можете сказать: вот проявляется демон Шакатасура. Эти демоны, они представляют собой различные анархи. All your weaknesses or anattas can be killed as you become Krishna conscious by executing bhajana kriya. This is the point that we wish to establish. И вот мы хотим утвердить следующий момент, что точно так же, как Кришна убил всех этих демонов, когда вы становитесь сознающими Кришну, вы можете уничтожить все эти анархи. Когда вы выполняете бхаджана крию. In the Garga Samhita, the background to Sakatasura is given. И в Гарга Самхите описывается прошлое Шакатасуры. Actually, this demon Sakatasura in his previous life, he had broken many, many trees. И в своей прошлой жизни этот демон Шакатасура сломал очень много деревьев. So Muni Lomasa Muni, he cursed him that you become bodyless. И один Муни, вот Ламаса Муни проклял его, что ты будешь без тела жить. So trees also have life. They also have a soul. Потому что он убил столько много деревьев, а деревья, они также обладают жизнью, в них есть душа. So because he begged that he may also have a body. The Muni said, okay, in your next life you become a cart. But as a cart, you'll be touched by. И тогда этот демон стал умолять этого Муни, чтобы он дал ему какое-то тело. И тот сказал: ну хорошо, в следующей жизни ты станешь повозкой, но ты будешь повозкой, которую коснется Верховная Личность Бога стопой. So, how did Krishna kill this demon Sakatasura? И как Кришна убил этого демона Шакатасура? Krishna's Janmashtami was being celebrated, his birthday. Праздновали Джанмаштами Кришны, то есть его день рождения. Мы также празднуем Джанмаштами, день рождения Кришны, не правда ли? И Кришна как раз он лежал под этой повозкой, он спал там, под этой повозкой. И на этой повозке лежало очень много разных предметов. И что сделал Кришна? Он ударил своей ногой эту тележку, толкнул ее. И эта повозка, она покатилась и стала разваливаться по лестнице. So when the cart came tumbling down,
Krishna's parents and the other elderly gopis that sat in the house were wondering, oh, how did this cart get pushed down? И когда эта повозка покатилась, то старшие в доме Кришны, старшие гопи и родители Кришны, они стали спрашивать, как же так случилось, что эта повозка покатилась. И все стали приводить различные доводы, ну, объяснять, почему это произошло. Yes, you remember that story? Помните эту историю, да? But what did the gopis and but there was some boys, young boys who were playing, who saw Krishna, who saw why the scar fell down. И, но там также были дети, которые видели, из-за чего эта повозка развалилась. They saw Krishna kicking the cart, and then everything that was on the cart fell off the cart, and the cart came tumbling down the staircase. И дети увидели, что Кришна ударил ногой эту повозку, все с этой повозки вылетело, и она покатилась, разваливаясь на ходу. So, when the cart, when this was explained to Nand Maharaj and Yasoda, Mother Yasoda, but then some of these young boys saw the cart being pushed down, what did they say? И когда эти мальчики рассказали матери Ишоде и Нанде Махараджу, как все произошло, как Кришна толкнул эту повозку, то что они сказали? Они сказали, надо поблагодарить нашего Верховного Господа за то, что Он спас нашего возлюбленного ребенка. Они сказали, наш ребенок, он особо благословлен Господом. And the gopis also began to pray to Krishna. И гопи также начали молиться Кришне. They were also grateful that Krishna has saved this very powerful demon. Krishna has saved that the Lord has saved Krishna from this powerful demon. И они стали молиться Господу, они стали благодарить Господа за то, что Он спас Кришну от этого очень страшного демона. So they were surprised. How this young child had the strength to kick a very heavy cart. И они были удивлены, как такой маленький ребенок смог иметь такую силу, чтобы разбить эту тележку. False pride is one of our enemies. И также ложная гордость является одним из наших врагов. You recognize that? Признаете это? Krishna says in the Bhagavad Gita, four types of people don't surrender to me. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что четыре типа людей не предаются мне. Four types of people surrender to me. И четыре типа людей предаются мне. So Navamam Duskitana Mura Prabhadante Naradava Mayaya Partha Jnana Ashra Bhavan Ashrataha. The one is the hard-working individual who works hard like the ass, carries a heavy burden and has no time for self-realization. Первое – это люди, которые очень тяжело трудятся. Они трудятся как ослы, таскают на себе огромные тяжести, но у них нет времени для самоосознания. Then Naradama. Naradama represents those who may have very important position in society, but they do not know what is the goal of life. Затем есть нарадамы. Нарадамы – это те, кто могут иметь очень важное положение в обществе, но не знают, в чем цель жизни. Then, Mayaya Partha Jnana. Mayaya Partha Jnana means one who speculates on the nature of God, who thinks he has enough knowledge and for education, who doesn't surrender to Krishna and his teaching. Затем есть Mayaya Partha Jnana. Это те, кто думают, что у них есть достаточно знаний, но они спекулируют о природе Господа и не предаются Ему. Затем Асурам Бхавам Ашритаха, те, кто открыто атеистичны и безбожны. So, false pride is also a demon or a thorn on the path of devotional service. И ложная гордость – это также демон или препятствия на пути преданного служения. So after Krishna had kicked down the cart that came tumbling down the staircase, there was another demon that Kamsa sent
And Krishna took care of him. И после того, как Кришна разбил эту тележку, которая покатилась по лестнице и развалилась, там также появился другой демон, которого послал Камса, и Кришна о нем тоже позаботился. Who was that demon? И что это был за демон? Тринаварта was another demon that Kamsa sent to take care of Krishna. И Тринаварта был другой демон, которого послал Камса, чтобы он убил Кришну. The Brahma Vivarta Purana explains who Trinavarta was in his previous birth. И Брахма Вайварта Пурана объясняет, кто был Тринаварта в своей прошлой жизни. In his previous birth, he was a king. А в своей прошлой жизни он был царем. And one day, the Vasavari came in front of him. But that time he was standing naked with his thousand wives. And even when the Vasavari came there, he did not bother to cover his body. И он был царем, и однажды Дурваса Муни посетил его. Но в то время, когда пришел к нему Дурваса Муни, царь стоял обнаженный вместе со своими тысячами жен, и даже несмотря на присутствие Дурваса Муни, он не удосужился прикрыть свою наготу. И тогда Дурваса Муни проклял его: тебе придется прийти и жить, тебе придется жить на земле 100 000 лет. Но затем тебя коснется Кришна, Верховная Личность Бога. И Тринаварта был следующий демон, которого послал Камса. И Тринаварта явился в форме смерча. И вы можете увидеть, что эти демоны были очень опытны в том, чтобы придумывать различные хитрости. И в действительности брахманы только закончили благословлять маленького ребенка Кришну. И это были настоящие брахманы, не те брахманы типа современных. А настоящий брахман, он никогда никому не завидует. И настоящие брахманы никогда не занимаются чем-то, то есть никогда не являются неправдивыми. They never become proud. И они никогда не гордятся. They are always non-violent. Они всегда воздерживаются от насилия. They do not claim any false prestige. И они никогда не имеют какого-то ложного престижа. Anyone who wants to be a real brahmana must have these qualities. И любой, кто хочет быть истинным брахманом, должен обладать этими качествами. He should not be envious at all. Он не должен завидовать другим. Don't indulge in anything that is not truthful. Он не должен заниматься чем-то, что является неистинным, неправдивым. Never become proud. Никогда не должен гордиться. This morning we explained 6 principles of surrender to the Lord. Сегодня утром мы объясняли 6 принципов преданности Господу. And what is the 6th principle? И что является 6-м принципом? Humility. Humility. Humility means not becoming proud. Смирение. И смирение означает не становиться гордым. And these brahmanas were never violent. И эти брахманы, они никогда не были насильственны. And they did not believe in false prestige. И они их не интересовал ложный престиж. False prestige is there when you identify with the body. Ложный престиж сохраняется до тех пор, пока мы отождествляем себя с этим телом. When you identify as Divinity Swarupaya Krishna Nityananda, then there is no false prestige. Но когда вы понимаете, что вы просто Нитья Кришна Дас, тогда нет никакого ложного престижа. И после того, как все узнали, что Кришна разбилась эта повозка, и с Кришной ничего не случилось, брахманы были очень счастливы, и они стали молиться Господу за то, что прославлять его за то, что он спас Кришну. Натвараджа was very happy that his brahmanas had chanted the mantra for the protection of his son.
И Нанда Махарадж был очень счастлив из-за того, что эти брахманы, они воспевали мантры ради защиты его сына. And Nanda Maharaj, after the brahmanas had chanted all these mantras, he again gave away a lot of charity, of grain and cow. И после того, как эти брахманы воспели благоприятные мантры, Нанда Махарадж раздал снова большое количество милостыни коров и злаков. Do you know how nicely the cows were decorated that were given away by Nanda Maharaj in charity? Вы знаете, как красиво были украшены те коровы, которых Нанда Махарадж раздавал как подарки? Those cows were dressed up in gold embroidered clothes. Эти коровы были одеты в одежды, расшитые золотом. Even in the marriages today, people just wear white clothes that they rent from an agency. But nobody wears gold embroidered clothes. Даже на свадьбах сейчас люди одеваются в белые одежды, которые они берут на прокат в конторах, и никто уж из них не носит расшитые золотом одежды. То есть я не знаю, как в вашей стране, но на Западе все эти одежды для свадьбы можно взять на прокат в конторах. Сейчас в Индии тоже начали такой бизнес сдавать в аренду вот эти одежды для свадьбы, свадебные одежды. So these cows that were distributed by Nanda Maharaj, they were decorated with gold embroidered clothes. И вот эти коровы, которых раздавал Нанда Махарадж, они были украшены одеждами, расшитыми золотом. And on their horns they were golden rings. И на их рогах были золотые кольца. Can you imagine? Можете себе представить такое? Golden rings on the horns. Золотые кольца на рогах. And their hooves were covered in silver plates. И их копыта были подкованы золотыми, серебряными подковами. And their bodies were covered with garlands of flowers. И на их телах были гирлянды из цветов. This is a small sample of Nanda Maharaj's opulence. И это всего лишь небольшая часть богатства Нанды Махараджа. Nanda Maharaj gave away these cows to get the protection from the brahmanas because they had prayed to the Lord that this small child may be protected. И Нанда Махарадж раздавал этих коров для того, чтобы защитить своего сына, для того, чтобы брахманы они защитили его сына. And these are real brahmanas. So their blessings were very powerful. И это были настоящие брахманы, поэтому их благословения обладали огромной силой. So, Камса's first plan was defeated. Итак, первый план Камса, он потерпел поражение. Yeah? How did he get defeated? Как он потерпел поражение, потерпел крах? Путана was killed. Путана была убита. So then Kamsa decided to send another demon called Trinavarta. И тогда Камса решил послать другого демона по имени Тринаварта. So Trinavarta took on the form of a whirlwind. И Тринаварта принял форму смерча. So actually Mother Yasoda was carrying the baby, but the baby was so heavy that Mother Yasoda kept the baby on the ground. И мать Ишода в действительности в этот момент она держала Кришну на руках, но потом она почувствовала, что Кришна стал таким тяжелым, что ей пришлось поставить его на землю. So the demon Trinavarta came and it created so much dust that Nanda Maharaj, Yasoda, Mother Yasoda, and everybody present in their house, their eyes got covered by the dust. И когда пришел туда Тринаварта, он нагнал столько пыли, что глаза всех Нанды Махараджи и всех остальных были просто залеплены этой пылью, они не могли ничего видеть. Я не знаю, в вашей стране, наверное, это не часто происходит, но в Индии очень часто бывают порывы ветра очень горячего, который несет с собой огромные кучи пыли. И такое пыльная буря, и вы не можете ничего видеть, ваши глаза забиваются. So this demon Trinavarta lifted a child from the ground and released so much dust
that nobody in Vrindavan could see anything. Everybody's eyes got blinded by the dust. И этот демон Тринаварта, он подхватил Кришну с земли, и он поднял такую пыльную бурю, что глаза всех были, ну, ослеплены этой бурей, никто не мог ничего видеть. All the Vrindavan became so dark. No one could see anyone. И во всем Вриндаване воцарилась такая тьма, что никто не мог ничего видеть. And during this great catastrophe, Mother Yasoda could not see her child. И во время этого этого несчастья мать Ишода она не могла видеть Кришну, то есть из-за этой пыли. Because the child was taken away by Trinavarta, and because of all the dust. И из-за того, что демон забрал ребенка и поднял столько пыли, она не могла видеть, где он находится. Но Ишода, она не может жить без Кришны даже одного мгновения. Where is Krishna? Where is my baby Krishna? И когда глаза Ишоды были забиты, ну, когда она не могла видеть его из-за пыли, она начала плакать, где Кришна, где мой сын? Just like a cow. You know, the calf is the calf is next to the cow. And when the calf is next to the cow is very happy and she gives a lot of milk. Вот когда корова рядом с теленком, когда теленок рядом с коровой, то корова очень счастлива, и она дает очень много молока. And when the calf is taken away, the mother cries. И когда эту теленка забирают, то мать начинает плакать. В эти дни люди становятся такими жестокими, что вместо того, чтобы оставлять теленка с матерью, с коровой, они забирают теленка и в какую-то куклу ставят вместо теленка, то есть имитацию. So when the inhabitants of Vrindavan saw that Mother Yasoda was crying because she could not find Krishna, she did not know where Krishna was. Because Krishna was abducted by the demon Trinavarta, and Trinavarta had gone up in the air. So all the inhabitants of Vrindavan, they began to search. И мать Ишода, она не могла видеть Кришну, потому что демон схватил Кришну и унес его, поднял его высоко в воздух. И тогда мать Ишода и все обитатели Вриндавана, они очень заволновались и стали искать Кришну. Где Кришна? И Тринаварта, когда он схватил Кришну, он стал подниматься вверх, но Кришна затем он распространился в такую форму, что он стал таким тяжелым, что Тринаварта уже не мог выше подниматься, просто очень тяжелым. So the Lord got hold of the neck of Trinavarta. И Господь схватил Тринаварту за шею. When he got hold of the neck, then Trinavarta is a very higher coming down. И когда Господь схватил Тринаварту за шею, то Тринаварта вместо того, чтобы подниматься вверх, стал потихоньку опускаться вниз. И Тринаварта пытался как-то освободиться от того, что Господь схватил его, но уже слишком поздно было. И его глаза вылезли из орбит. И он очень сильно стал плакать, рыдать, и таким образом он упал и умер во Вриндаване. И в источнике вечного наслаждения Шрила Прабхупада объясняет, что Тринаварта упал точно так же, как Трипурасура упал, когда его пронзили стрелы Индры. And his head hit the stone and crashed. Indra or Shiva? Shiva. То есть, извините, стрелы Шивы. И when he fell down, his head hit the stone, it cracked, and
and all the people of Vrindavan saw Arjuna was head cracked by hitting the stone. И он упал и головой ударился прямо об камень, и все жители Вриндавана увидели, как его голова разбилась об камень, когда он упал. So when the gopis saw what had happened, they became very, very happy. И когда гопи увидели, что произошло, они стали очень, они были очень счастливы. И когда Тринаварта упал, то они увидели, что Кришна, он играет на теле Тринаварты. Тогда они подбежали к нему, взяли его на руки и стали играть с ним. Но и пастухи также были очень счастливы, потому что они увидели, что опять пришел демон, чтобы убить Кришну, и Кришна убил его сам. И о чем они говорили? Они стали говорить, что этот демон пришел, чтобы убить Кришну, но Кришна убил его вместо этого, и они стали говорить, как велик Кришна. Они говорили, Кришна очень благочестивый мальчик, поэтому никто не может убить его. И мы такие удачливы, что мы имеем возможность видеть, наблюдать игры этого мальчика Кришны. И убийство этого демона Тринаварты олицетворяет собой убийство ложной гордости. И это третий демон, которого убил Кришна во Вриндаване. И когда вы выполняете, следуете процессу сознания Кришны, вы можете убить свою ложную гордость. И по мере того, как вы выполняете баджана крию, все эти анартхи постепенно уничтожаются. По мере следования сознанию Кришны вы оставляете свою склонность к измышлениям. И убийство Шакатасура олицетворяет собой убийство наших анартх, уничтожение анартх с нашей этой и прошлой жизни. И плюс к этому летаргию, тупость и лень. И убийство демоницы Путаны олицетворяет собой убийство псевдогуру, уничтожение псевдогуру, ложный гуру, который проповедует ложные пути самоосознания. И вот каждый из этих демонов, которых убил Кришна во Вриндаване, они олицетворяют собой какую-то определенную анартху, которая мешает нашему препятствию нашему продвижению на пути духовного развития. Эти анархи являются нашими врагами в нашем духовном продвижении. И как же можно освободиться от этих анарх? Но часто преданные приходят и говорят, вот как я могу стать смиренным? Как я могу стать терпеливым? Как же мне стать, развить себе качество всепрощения? Как мне оставить вожделение? Как оставить гнев? Как можно избавиться от гордости? Как избавиться от зависти? Как избавиться от ненависти? Как избавиться от жадности? Как избавиться от иллюзии? Все вы так говорите, не правда ли? No? Нет?
So if you give up all these anarthas by one stroke. И одним ударом можно оставить, ну, то есть одним, ну, одним ударом можно избавиться от всех этих анартх. Одним разом. Одним разом, приняв прибежище у Кришны. И Бхактивинода Тхакура объясняет, что когда вы предаетесь Кришне, то Кришна, он одну за одной вытаскивает все эти различные колючки, которые сидят в вашем теле. We have many thorns in our body. В нашем теле сидит много колючек. Some of you may have занос. Few, but I know I have, we have a lot. Ну, многие из вас, у многих из вас очень немного этих занос, но вот я знаю, что у меня много их очень. So all these anarthas can be corrected by taking shelter of Krishna. Но мы можем исправить все эти анархи, то есть можем избавиться от них, приняв прибежище у Кришны. Just like you take a multivitamin to cure all your diseases. Как вот есть такой мультивитамин, который можно принимать, чтобы от всех болезней вылечиться. Krishna, as he surrenders, as he executes bhajana kriya, is a key to eliminating these anarthas. И если вы предаетесь Кришне, если вы выполняете баджану крию, то это путь к избавлению от всех анартх. So, they are different, these demons manifest different weaknesses that we have. И эти демоны олицетворяют собой различные слабости, которые у нас есть. Девиеша гуна май мама мая дура дыра, маме маме прападе анте майя метан таранти. Кришна explains how the three modes of, how the material energy influenced by the three modes of Dvaita can be overcome. Кришна объясняет, что очень трудно преодолеть влияние этой материальной энергии, которая состоит из трех гун материальной природы. Но Кришна говорит, что если вы предадитесь мне, вы сможете очень просто преодолеть влияние материальной энергии. И подобным же образом все эти анартхи можно, можно избавиться от всех этих анартх по мере выполнения преданного служения. Ваша ложная гордость уйдет. Лень, тупость, все это уйдет благодаря преданному служению. Будут уничтожены все склонности к спекуляциям по мере того, как вы будете предаваться Кришне. И наша истинная цель — это предаться. И баджана крия — это процесс, через который мы предаемся. Баджана крия means chanting, reading, execution of devotional practices. И баджана крия означает воспевание, чтение и выполнение различных деятельностей в преданном служении. Нет какого-то короткого, ну, то есть какого-то другого пути, чтобы достичь привязанности к Кришне. А Шрила Прабхупада уже дал самый короткий путь, чтобы достичь привязанности. Больше уже никаких, больше, как бы, более короткого пути уже нет. Шрила Бхактисиддхантаджи, он требовал, чтобы ученики повторяли 64 круга. Знаете об этом, да? Но Шрила Прабхупада снизил эту норму до 16 кругов. Но больше уже никаких снижений, понижений уже не будет. Да, для того, чтобы сделать возможным проповедь и распространение книг, Шрила Прабхупада сделал некоторые, ну вот, ввел некоторые изменения. И Бхактисиддханта Джи никогда не давал вторую инициацию женщинам. Но Шрила Прабхупада позволил это. Потому что во многих храмах женщины также, ну, занимаются поклонением божества. И Прабхупада сделал все необходимое, и сейчас уже, ну, больше уже не будет никаких, ну, поблажек. И мы должны быть уверены, что если мы примем прибежище у Кришны, все эти анартхи, они уйдут. Но если мы будем
искать каких-то легких путей, что-то избегать следования этому процессу, то эти анархи они не уйдут. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So tomorrow I'll talk about 4 or 5 more demons. И завтра, по крайней мере, о 6 еще демонах мы поговорим. Okay. Хорошо? Okay, questions. Какие-нибудь вопросы? На 5-10 минут вопросы. Yes. Что? Нидирадхита Махапрабху говорил, что Курукшетра — это тело, Кандава — это чувство. Шрипада, что нет смысла просто, в общем, комментировать это по-другому. Я же хотел бы какую-то же говорить, демон, в общем, в чем разница? В чем разница? Did you all understand the lecture today, or was it too philosophical? Вы поняли лекцию сегодня или слишком философская была лекция? Did you all understand? Поняли, да? Because this is analyzed and explained by Thakur Bhaktivinoda. Это анализ, который приводит Бхактивинод Хакур в в книге Чайтанья Шикшамрита. Вопрос такой. И Бхактивинод Хакур обсуждает убийство демонов во Вриндаване, которое совершил Кришна в своей лиле. Вопрос такой, что Махатма Ганди, он дает такую интерпретацию Бхагавад-гите, что Курукшетра — это тело, что Пандавы 5 чувств и так далее. И вот Бхактивинод Хакур тоже объясняет убийство Кришны демонов с другой точки зрения. То есть какая разница между этими двумя объяснениями? We know that Mahatma Gandhi was commentating Bhagavad Gita and he says that Kurukshetra is the body, the Pandavas are 5 senses, etc. And now you told about Bhaktivinoda Thakur's explanation of all these different lilas. So what is the principal difference between Mahatma Gandhi's interpretation and Bhaktivinoda Thakur's interpretation? both are, were given interpretation to different to this. Я удивлен этим вопросом. Mahatma Gandhi is just presenting nonsense philosophy. Потому что Махатма Ганди, он просто такую бестолковую философию какую-то представлял. Но Бхактивинод Хакур, он не интерпретирует. Он просто дает глубокое осознание Сиддханты. Но у Махатмы Ганди не было никакого понимания Сиддханты. И Махатма Ганди, он не является нашим духовным авторитетом. Но если вы хотите дипломатию изучить, то можно его принять за авторитета. А что является критерием того, что я предался? То есть иногда мы можем думать, что я предался, да, но это не так, да? Такой вопрос. What is the criteria of our surrender to Krishna? Because sometimes we tend to think that I am surrendered now. What is the real criteria by which we can understand our actual position? By me, whether these anarthas have left their influence on you, or you're still under their influence. Это можно понять потому, видя, оставил ли, то есть находимся мы под влиянием этих анартх или нет, или мы вышли из-под влияния этих анартх. Сегодня мы несколько анартх уже обсудили. False pride, laziness, ложная bad habit from past karma. Ложная гордость, тупость, лень, дурные привычки с прошлых жизней, то есть мы это обсуждаем. Speculating about God. Вот эта склонность спекулировать о Боге. Listening to a speculative philosophy of sense enjoyment as a medium to going back to God. Слушание, такой безумной философии о том, что удовлетворение чувств — это способ вернуться обратно к Богу. Yeah.
Да, вы. Ваше божественное имя. А можно поднимную лекцию задать вопрос? Can he ask the question about the day's lecture, the morning lecture? Yes, if you would benefit from the answer. Да, если вам принесет благо ответ, то давайте. You have stated in the material world we are very much attached to our body and we are very fearful for our bodies, but you in morning lecture you told about Bhishma Deva and his fearlessness when he was pierced by so many arrows, and from Mahabharata we can know that he actually himself told the way by which he can be healed. So can you explain us kindly the why he was so fearless? Bhaja hure mana che nanandana abhaya charana rendare. Very famous song which all of you in the CIS usually know. Это очень известная песня, которую обычно все в СНГ знают. What does Govinda Das say in this bhajan? Что говорит Говинда Дас в этом баджане? My dear mind, you're full of fear. Мой дорогой ум, ты наполнен страха. But if you take shelter of the Sanna Maharaj Nanda, then you'll become fearless. Но если ты примешь прибежище у лотосных стоп сына Махараджи Нанды, то ты ты обретешь бесстрашие. So all the fear is there, as long as you are on the material platform. И весь этот страх, он остается в нас только до тех пор, пока мы находимся на материальной платформе. When you come on the spiritual platform, you understand. Radhe Krishna, Hare Ke. Hare Krishna. Radhe Ke. Who wants to Krishna wants to protect. No one can harm. And if Krishna wants to harm, no one can protect. И сегодня утром мы... То есть... Извините. И... Да. То есть вы, когда вы приходите на духовную платформу, то вы начинаете понимать, кого Кришна хочет защитить, то, того никто не может убить, и кого Кришна хочет убить, того никто не может защитить. So you become fearless as you surrender to Krishna. И вы становитесь бесстрашным по мере того, как вы предаетесь Кришне. You know, even the birds are full of fear. Вы знаете, что даже птицы, они полны страха? Have you ever analyzed the birds? Никогда вы не рассматривали вот эти птиц, they're не смотрели на них? Grains. Они едят зерна. They'll put one grain and see. Они одно зерно съедают и начинают по сторонам смотреть. So why are the birds looking back and forth? И почему же они, что же они там ищут-то, что они смотрят? They are seeing, is somebody coming to catch me? Они смотрят, никто не подходит, чтобы меня поймать. Страх есть в сердце каждого. То есть в сердце каждого есть страх, но его нет в сердце того, кто предается Кришне, принимая наставление гуру. Что есть сознание Кришны? Krishna consciousness means thinking of Krishna, working for Krishna, breathing for Krishna, speaking for Krishna. Сознание Кришны означает думать о Кришне, работать для Кришны, что еще? Вот говорить о Кришне и дышать для Кришны. Okay, only one or two more questions. Еще один или два вопроса. Я слышал от старших преданных, что невозможно предаться Кришне, если мы не предаемся духовному учителю Панчататве. Что означает именно предаться Панчататве? He heard from the senior devotees that we cannot surrender to Krishna without surrendering to the spiritual master and to the Panchatattva.
And he wants to know what does it mean specifically to surrender to Panchatattva, to Lord Chaitanya. Do what Lord Chaitanya wants you to do. То же самое, то есть делать то, что от, ну, хочет Господь Чайтанья и Панчататва. Это не трудно. Не трудно предаться Панчататве. Повторяйте Хари Кришна. Когда ученик следует по пути, указанному лжегуру, как вы можете это в действительности понять, да? When one is following the bogus guru, how can one understand this, that he is following the bogus guru? So many people who are following bogus guru eventually come to Krishna consciousness. И есть очень много разных людей, которые следуют разным ложным гуру, но постепенно приходят в сознание Кришны. Krishna in your heart. Кришна в сердце. When he sees that you are sincere, Krishna pulls you away. И когда он видит, что вы искренне, то он просто вас оттуда утягивает, вытягивает оттуда из этого. Ishvara Sarva Bhuta Nam Hirde Ishvara Dinatrishti. Krishna in everyone's heart. Кришна находится в сердце каждого. You haven't met somebody who's following a bogus guru and has now come to Krishna consciousness? Вы никого не встречали, вот, разве, кто следовал какому-то ложному гуру, но сейчас пришел к сознанию Кришны? When some of your disciples of, нет никого из вас, учеников экстрасенсов каких-нибудь? Так много есть, то есть таких преданных. Но, то есть в вашей стране очень многие люди знают черную магию, там, занимаются этим. Okay, anyway, there's so many gurus. Ну так или иначе, есть много разных гуру таких. Шрила Прабхупада советует для того, чтобы избавиться от определенных анарх, медитировать на определенной части тела Господа, как, например, чтобы избавиться от вожделения, медитировать на брови Господа. И означает ли это, что вот мы, вот так как эти демоны представляют различные анархии, что мы можем избавиться от них также, медитировать, ну, то есть дается ли совет медитировать на эти игры тоже? Шрила Прабхупада advises us that if one wants to get rid of some particular anartha, he must meditate upon a specific part of the body of the Lord. For example, to get rid of lust, one must meditate upon the eyebrows of the Lord. Does it mean that because these demons represent different anarthas, that we can also meditate on the specific pastimes of the Lord to get rid of this? We can meditate on the passion of the Lord killing the demon, but don't meditate just on the demon. То есть можно медитировать на то, как Господь, на эти игры Господа в убийстве демонов, но не медитируйте на самих демонов. Ну, мы не хотим, чтобы на вашем алтаре была путана и тринаварта. То есть нужно медитировать на то, как Кришна убил путану, а не на саму путану. Я хочу здесь остановить, ну сейчас остановиться. Последний вопрос. Как? Как можно 24 часа в сутки думать о Кришне? Ум отвлекается, уходит куда-то. How can we think of Krishna 24 hours a day because mind is very fickle, is tend to get somewhere else? Krishna knows your mind is fickle. Кришна знает, что ум очень, ну, такой непоседливый, блуждающий.
Krishna acknowledges that in the Bhagavad Gita. Кришна признает это в Бхагавад Гите. Но Кришна говорит, что с помощью постоянной практики и отречения этого можно достичь. Практикуйте преданное служение, следуйте. Повторяйте мантру, читайте книги. Медитируйте на лекции, которые вы слушаете. И все будет в порядке тогда. Ну, сейчас мы остановимся. И, как я сказал, завтра мы начнем лекцию рано. Ананта-шеша где? Tomorrow should we start at 7 o'clock? Во сколько? Сергей, во сколько мы можем начать лекцию? В 7 часов нормально или слишком рано? В 7:30. Во сколько? Ну, maybe 7:30. Ну хорошо, всем вам дается поблажка, в 7:30 начнем лекцию. Можете на полчаса больше спать. Итак, в 7:30 будет приветствие божеств, потом Гуру Пуджа Шрили Прабхупаде, потом лекция. И потом будет встреча с преданными Санкиртаны. Я хочу всех вас поздравить за то, что вы так, ну, вместе работали сообща, и ваш храм занял 8-е место в СНГ, в марафоне. Знаете, да, что ваш храм занял 8-е место в марафоне? Это уже улучшение. Но, конечно, Нижний Новгород — это третий по величине город в России. Yeah. Да? Moscow, Saint-Petersburg, and потом Нижний Новгород. Москва, Санкт-Петербург, потом Нижний Новгород. So you also have to become the third biggest Sankirtan Yatra. И поэтому вам нужно стать, по крайней мере, третьей по величине ятры по Санкиртане. То есть и 8-е место — это большое продвижение уже. В прошлом году, по-моему, вы на 11-м месте. На 9-м. Всего на 1 место продвинулись. Но в следующем году, по крайней мере, должны вы, ну, может быть, на 7-м будете, если не лучше. So we'll discuss this tomorrow. Ну, завтра мы это обсудим. Yamita to Narsingha.
आहे नरसिंगो हृदये नरसिंगो नरसिंहमुदम शरणं प्रपदाय तवा कार कमलाबारे नखम अद्भुत श्रृंगम धानीता हिरण्याकाशी पूतानुभृंगम केशवद्वीता नारहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे